Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть драконы в всадники Олуха. Так, седьмой день. Забрали древесину. Так, найдем кому, наверное, свечу по-быренькому. Так, ну и что у нас, друзья мои, события? Она уже почти завершается, остался один день. Но я думаю, что мы, ну, прямо сейчас его и пройдем. Прямо вот сию секунду, состоит оно всего лишь из 5 этапов. Награда в конце у нас 200 рун. Поехали. Как говорится, надо успеть мне до выхода на работу, ребята, отыграть. Про черепашки-ниндзя я молчу, друзья мои. За неделю я только лишь сыграл понедельник, это буст, и все. То есть на этой неделе черепашки, грубо говоря, у нас сфейлятся вообще по полной программе. Так, ну что, давай тогда сейчас мы, наверное, завалим этого хламона. Угу, завалим. Как бы мы тут сами не получили звездюлей. Так, ну что, я надеюсь, Кривоклык сможет его добить. Нет. А так. И переходим на вторую волну. Плавненько, как говорится, не спеша. Начнем, наверное, с пристиголового. Сделаем так, плюс отхил, я думаю, здесь нам не нужен. Давай, наверное, понижение атаки. Ой, защиты. И сейчас мы пристиголового вот этого завалим. Готов. Ну-ка. Да ё-моё, какой ты, живучий. Ну и все. Ну, само собой, крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадает. Рыба. Причем очень мало. Вообще мизер. И загадочный пак летит к нам в карман. Так, хорошо, а потом у нас идет пак плеваки, насколько я понимаю. Так что погнали. Пак плеваки, а потом, главное, идет ареновский. Как по мне, ну, ареновский пак, он слабее намного, чем пак плеваки. Так, опять же, две волны, что очень радует меня. Я, наверное, начну вот с этого кревета. Сейчас мы попробуем. Отлично, очень даже хорошо. Испепелили, так сказать, нашего противника. И остается у нас тут дымодышащий. В принципе, ему тоже крышка. Смотрим, кто у нас на второй волне. Угу. Два злобных змеевика, так скажем. Ну что ж, поехали. Сейчас заодно хильнемся еще. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хотел нам добить. Ну ничего страшного. Так, он что будет делать? Опа. А он, друзья, сделал ускорение. Ну я-то что-то думаю, никак это не поможет. Ну что, ребята, еще раз крутим колесо. Забираем 187 миллионов рыбы. И, соответственно, забираем вот этот вот пак. Так, отправлен на почту. И очередной поединок, который нам даст ареновский пак, который будет содержать элитных. Ну, конечно же, по мизеру. Сколько противников? Сколько волн? Вот две волны по два противника. В принципе, ребята, вообще на изи. Это, я думаю, это событие вообще будет одним, так сказать, из легких. Ты смотри, что творит. Понизил атаку мне. А сможем? Да, сможем его добить. В принципе, этого тоже сейчас ушатаем. Посмотрим, сколько кривоклык отнимет. Блин, нифига. Не получается, если мы сделаем. Ага. Хильнемся и добиваем. А на последней волне у нас три противника. Вот здесь бы как раз масхил бы очень бы пригодился бы. Ну что вы делаете, а? Втроем прям, ребят, втроем разносят. Не очень, конечно, это хорошо. Так, минус один. Они опять? Да, они будут все, ребята, мне делать понижение атаки.
Ну что же, хорошо, гаденыши, будем сейчас вас разбирать. Но это, ё-моё, это несерьезно. Кривокой, ты так мало бьешь. Еще одного ушатали. Так, ну тут мало хп, как ты видишь. И сейчас мы его добьем. Вот и все. А ну что, у нас очередное колесо, на котором нам дают прилив сил. Одну штуку. Ну и вот он, ареновский пак. Дальше у нас идут, друзья мои, два поединка. Так, шепот смерти, крылатый ужас, громыль, кошмарный прицелов, экзотический шепот смерти и роза ветров. Плюс стальной капкан. Вот как. Ну что, поехали на мини-босса. И в конце у нас будет босс. Думаю, вообще никаких проблем не будет с этим событием. Так, слушай-ка, у нас тут три противника. Это на первой-то волне. Причем сразу. Так, смотрим внимательно. Кривоклык, потом шторморез. Сможет ли он сейчас завалить его? Шикарно. То есть их осталось двое. Так, уклоняшка. Блин, нифига себе. Ты посмотри, сколько он... Так, стоп. Вот таким вот образом сделал. Нифига себе он бомбанул. Почти фул хп снес сразу же ему. Блин, я думал, что добьем его. Так, этого в отстой. Ну и куда ты будешь бомбить? Этот замедленный у меня, да, получается? Шторморез. Так, ладно, добиваем здесь. Кто у нас тут? Воу-воу-воу. Тише, ребята, тише. Ты смотри, что вытворяет. Причем все втроем. И все на барсика на моего. Все на моего, ребята, барсика прыгнули. Так, опять сейчас втроем сходят. Да чтоб вас. Твою налево, еще и запретку повесил. Давай, короче, сделаем так. Укус. Блин, надо было делать, ребята, слепоту. Надеюсь, выживем. Давай вот так вот сделаем и хильнемся. Ну что, он остается у нас один. Да, в принципе, ему крышка. Добиваем. Ну и что нам тут выпадет? Древесина, понятно. Нам выпала древесиночка. И, наконец-то, последний, друзья, поединок у нас. Давай, поехали. Это у нас босс тут будет. Надеюсь, две волны. Не хотелось бы, чтобы их было тут три. Да, две волны. Так, у нас даже здесь мини-босс будет. Так, громорок. Начну, пожалуй, вот с этого, наверное. Раз, два, вдвоем ходят, потом ходим мы. Слушай, нам повезло, что здесь уклоняшка сработала. Продолжаем бомбить. Так, сейчас будет, не знаю, наверное, массовый хил. Да, пожалуй, так будет эффективнее. Так, громорок. Понял. Понизили мне атаку, он на кривоклык. Он и так плохо бьет. Твою налево, что вы творите-то? Эй. Неужели хотят ушатать мне его? А ведь они могут. Поэтому вот так вот перестрахуемся лишний раз. Но просто решил ударить. До свидания. Угу. А здесь вот такие вот партизаны у нас стоят. Ты вот посмотри просто, что они вытворяют, ребят. Целенаправленно бьют самого слабого для того, чтобы его просто вырубить мне. А самый слабый именно здесь, это, ребята, кривоклык.
Ну что, погнали. Так сделаем. Плюс отхил. Плюс укус. Две атаки, я думаю, мы переживем с горем пополам. Дальше добьем вот этого и уже. Отлично. Так, давай, наверное, хильнемся все-таки. Хотя, наверное, лучше. Нифига у него. Так, наверное, лучше, ребят, нам слепоту, если мы доживем, конечно, до следующей слепоты. Какой же ты это, посмотри. Ё-моё, мы его так замучим сейчас пробивать. Все, в следующий раз вешаем на него слепоту. И будем уже. Да вот, я же вроде. Я же вроде брал слепоту. Ну что такое-то, ну. Давай сейчас. Все, вот так вот. Будешь у нас тут в подчинении ползать. Сделаем так, опять же просто укус, ребята, и еще один укус. Все. Вот со следующего хода начнем бомбить уже. Поехали. Так, и добиваем. Ну что, ребята, забираем наш. Ага, нашу рыбу. И 200 паков. Ой, 200 рун, конечно же. 200 рун. Вот они, родные наши. Прекрасно. Так, сезонный абонемент я здесь, пожалуй, заберу. Ежедневочку. Так, ну что ты мне принес? Так, шлем, ребята, один шлем. Один шлем. И я тебе скажу следующее, что у нас по шлемам, по-моему, ребят, получается фул. Нам надо теперь копить. Да, тут много на что надо копить. Ну, посмотрим. Что, не понял я? Что это сейчас было? То есть, да подожди ты. Ладно, заберем. То есть, вот эти вот предметы у нас не ищутся, да? Вы на это мне сейчас намек сделали? Блин. А что тогда нам искать? А вот это. Тут только, ребята, обмен. Короче. Помимо шлемов мы с тобой больше ничего не можем найти, да? А, нет, вот, и вот. Трясина громкого шепота. Вот это вот можно еще, ребят, попытаться найти. Так, ну что, он у нас полетел. Давай этого отправим с тобой опять же за железом. Этих ребят за древесиной. Так, сарделька. Ну, понятно, тут тусклый янтарь. Пускай летит лезвие и крылы. Бесплатно, само собой. Так, кривоклык. Опять тусклый янтарь. Наблюдай. Барсик почему-то у меня стоит вообще без дела. Пускай летит в драконий край. И грангилья. Но тут шестеренки, да? Да, 7 штук. В лес пускай тогда чалит. Вперед за древесиной. Ты тоже за древесиной полетел. Здесь, пожалуй-ка, мы заказ сделаем на блестящий янтарь. Так, Йохан, у тебя что? Нет у тебя нифига. Нету у тебя ничего для меня, по крайней мере, полезного. Так, тут заберем дерево. Кто-то из вас хочет явно полететь, да? Ну что же, лети, пташка. Так, а рыба у меня 750 миллионов. Слушай, я могу тогда еще и за рыбу кого-то отправить. Можно вот этого. А, подожди. Да что за фризы-то, ёк-макарёк. Блин, тут еще на сборах у нас. А кого тогда? Ну давай тебя. Выбор, как говорится, невелик. Давай за рыбой. Ты у нас лети за деревом.
деревом, за рыбой. Короче, сейчас всех ребят отправим по своим местам, по своим точкам. Ну-ка. Да, конечно, ага. Держи карман шире. Мрачный шип не будет, ребят, так быстро прокачиваться. Он не хочет, сопротивляется всячески. Просто всячески сопротивляется. Буйволорд. Давай, лети за рыбой. Так, если приглядеться, ребята, по-моему, здесь у нас все. Давай посмотрим, что у нас тут. Не вижу. Так, за рыбой. Угу, интересно. Мне кажется, ребят, нам выпадет здесь, скорее всего, тусклый янтарь. Дадут что подешевле и что, как говорится, не нужно. Но разве я не прав был? Да, это было ожидаемо. Ну что же, я тогда его, пожалуй, дальше отправлю в приключение. Пускай он там дергается. Вот, пускай он дергается, ищет там что-нибудь полезное или не полезное, не знаю. Так, тебя за рыбой отправим. И у нас еще вот здесь вот, да? Угу. Тоже отправляем его за рыбой. Так, с этого заберем. Давай дальше иди, ищи. Так, ну рыбы у нас не так много, ребят. Да, вообще не очень много. Единственное, что можно, это 726. О, друзья, ну это, конечно, это очень много. 700, почти 1000, ребята, я потратил для того, чтобы его только лишь прокачать немножечко на один уровень. Да. Ценники, ребята, очень сильно уже кусаются. Очень сильно. Так, ну что, давай, наверное, заберем здесь наши награды. Одну мы точно получили. Так, и доделаем ежедневки. Так, и что у нас тут? Ага. Ура викингам. Какое тут ура викингам, если у нас все идет так очень, ребята, плохо. Крылатый ужас, лаварык, шипорез и чутка ресурсов. Так, давай закроем, точнее заберем пак. Громобой, громыль, громовой защитник. И следующий на открытие ставим. Откройте два набора жетонов. Открыл. Так, ну что, пора, наверное, ребят, нам здесь вот открывать. Давай смотреть. Кревет, шепот смерти, древоруб. Понятно. Ну и пак плеваки. Так, рыбу заберем. Так, набор плеваки. Рыба, древесина, древесина, тусклый янтарь и блестящий янтарь. Так себе награда, если честно. Практически вообще ни о чем. Слушай, ну рыба у нас есть, я могу, знаешь, что сделать? А, нужно 450, а у меня 413. То есть не хватает мне немножко рыбы, чтобы отправить его за добычей. Плохо. Плохо. Что я тебе могу еще сказать по этому поводу? Ну, вроде бы, друзья, пока и все. Быстренько, как говорится, прошуршали. Так, подожди секундочку, может быть, может быть, кто-то хочет прокачаться, нет? Никто не хочет из вас здесь качнуться, малька. Пара барса и вепри. Почему вы так дорого стоите, а? По 200 лямов, ребята. За один, даже не уровень, а за одну прокачку. Свечки здесь. Ну да, друзья, в принципе, и все на сегодня. Что могли, то сделали. Нам остается только лишь ждать следующую серию. Само собой, там уже, наверное, не будет событий.
Потому что я не вижу, ребят, чтобы здесь что-то намечалось в ближайшее время. Вот, шрам уникальный. Ну да ничего, у нас есть, ребята, чем заняться, набивать паки, собирать ресурсы. В общем, увидимся уже в следующей серии. А на сегодня все, всем удачи и до новых скорых видосиков.